Краски лета Сергея Торшенко. В областной библиотеке имени Асеева открылась выставка молодого живописца, студента художественно-графического факультета. Летний вечер, полевые цветы, берег моря в Гурзуфе. Солнечный мальчик Сережа Торшенко грустит о лете снежной курской зимой. Даже вот если мы едем в путешествие, я с собой всегда беру краски. И невозможно долго отдыхать. Хочется немножко еще с собой привести той красоты, где мы бываем. Я хочу, чтобы искусство, оно было оптимистично и помогало людям жить. В его крови двойная доза живописных генов. Сын знаменитого Игоря Торшенко и не менее известной художницы Ларисы Саевой. Гуашево акварельное детство не прошло даром. Мы живем давно в красках. Стоит мольберт. Я работаю. Он где-то как-то что-то и наблюдал в свое время, с детства. Запах краски ему известен давно. Она его первый зритель, самый строгий критик и пока главная муза. Трогательное спасибо матери от сына. Маме за каждый прожитый со мной день. То, что она рядом, это самое главное. Я частенько критикую, что удалось, что не удалось. Я всегда первый зритель, и я ему всегда честно говорю об этом. Ценит критику или по-юношески вершится? Вершится, но прислушивается. Мартыненко, Ерофеев, Пронина – знаменитые курские художники, ангелы-хранители, а по совместительству и педагоги Сергея. Он учится на 4-м курсе художественно-графического факультета КГУ. Он делает первые, но основательные шаги. И успехи налицо. Потому что работает очень много. И это действительно так. Все представленные работы сделаны на учебных пленэрах. Красоту русской природы Сергей Торшенко дает сверх плана. Природа и архитектура Курска, Суджи, Переяславля-Залесского и Ростова-Великого куряне смогут полюбоваться до конца января. Юлия Матвеева, Геннадий Воробьев, телеканал «7».